С той же проблемой столкнулись и жители улицы Кирова. Раньше в местном сквере гуляли родители с детьми, люди катались на велосипедах, но потом деревья вырубили под застройку, предположительно, магазина. Сейчас за забором, попасть за который не проблема даже для ребенка, огромный котлован, заполненный водой. Особо активным детям он заменяет детскую площадку. Родители обеспокоены, ведь глубина котлована несколько метров. Сквер потерял свой статус почти 8 лет назад, несмотря на все старания омской мэрии запретить строительство. Суд чиновники проиграли. Их обязали заключить бессрочный договор на аренду земельного участка и разрешить на нем возведение объекта. Там внутри котлован, мало того, что с той стороны там железное ограждение, оно поломано, туда уже дети неоднократно пытались залезть, и, ну, я думаю, что это не очень безопасно. Вот буквально вчера смотрели с балкона, как две маленькие девчонки лет 10 залезли вовнутрь, мы им кричим, конечно, ничего они не услышали, ветер. Ну, полазили, убежали. Это ладно, они убежали, а кто упадет, что будем делать?